21 августа во всем мире отмечался Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне в Нарьян-Маре прошли полномасштабные антитеррористические учения. 20 и 21 августа оперативным штабом в Ненецком округе проведено плановое антитеррористическое учение по пресечению условного террористического акта и освобождению заложников в местах массового пребывания людей. Данное учение проводилось в целях совершенствования системы мер по противодействию терроризму в Ненецком округе и поддержания высокой степени готовности штаба, привлекаемых сил и средств к эффективному пресечению возможных террористических актов. В мероприятии были задействованы территориальные подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, а также должностные лица органов исполнительной власти округа. Согласно сценарию учения, в преддверии Дня знаний группой неустановленных вооруженных лиц был осуществлен захват заложников в школе номер 2 города Нарьян-Мара, где в это время шла подготовка к новому учебному году. В результате в руках террористов, выдвинувших ряд политических требований, в заложниках оказались педагоги, рабочие и посетители образовательного учреждения. Сообщение о захвате поступило в дежурную часть УМВД от одного из преподавателей. В экстренном порядке был собран оперативный штаб. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в Ненецком округе на практике отработаны учебные вопросы организации и проведения контртеррористической операции, в том числе по нейтрализации террористов. В ходе учения отработаны действия по освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления. Учение проведено в режиме реального времени. Специалисты задействованных подразделений грамотно выполнили поставленные руководством штаба задачи, показав при этом отличную подготовку и высокий уровень взаимодействия. В ходе учения отрабатывались вопросы взаимодействия федеральных структур и служб, в том числе межрегиональное взаимодействие. Результаты учений показали, что группировка сил и средств оперативного штаба в Ненецком автономном округе, состоящая из сил и средств управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, регионального управления Федеральной службы безопасности МВД и других структур, готова к решению стоящих перед ними задач. Условный теракт был ликвидирован, все стоящие перед учениями задачи были решены. Пресс-служба регионального управления ФСБ России по Архангельской области, пресс-служба УМВД России по Ненецкому округу, ГТРК Поморье, телеканал «Север», Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ.